Зимой полицейские все чаще фиксируют случаи воровства из автомобилей. Чаще всего злоумышленники пытаются заполучить чужие аккумуляторы и колеса. Советы, как обезопасить себя от преступников и статистика криминальных происшествий в нашей постоянной рубрике по оперативным сводкам. Зимой традиционно возрастает количество автомобильных краж. Чаще всего мишенями охотников за автодеталями становятся машины, припаркованные во дворах многоквартирных домов. Пользуясь темнотой и отсутствием сигнализации на автомобиле, злоумышленники сливают бензин, снимают колеса с дорогостоящей зимней резиной и вынимают аккумуляторы и автомагнитолы. Только за последний месяц зарегистрировано 4 факта краж колес и аккумуляторов на территории Белореченского района. В основном объектом преступного посягательства являются автоколеса с классических автомобилей «Лада», «Жигули», которые подходят практически на все автомобили отечественного производства. С целью профилактики данных преступлений один из советов является это снятие на длительный срок аккумуляторов и принимать меры по их хранению, а также ставить автомобиль на сигнализацию, парковаться во дворах на освещенной местности вблизи камер видеонаблюдения. Советую вам обратиться в магазины по продаже автомобильных шин и дисков с целью приобретения так называемых секреток. Цель установки их на свой автомобиль также является одной из действенных мер по профилактике краж автоколес. Еще одним действенным способом предотвратить автокражи является отказ от покупки подержанных автомобильных деталей у сомнительных продавцов. В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрены статьи как за сбыт, так и за покупку краденого. Максимальное наказание за приобретение ворованного имущества – лишение свободы на срок до 7 лет.